Лучшие из лучших в спортивно-развлекательном комплексе «Олимпия» состоялась торжественная церемония закрытия второго регионального чемпионата WorldSkills. В течение 2 недель молодые люди соревновались в самых разных сферах деятельности. Такие соревнования проходили во все времена, и их победители всегда пользовались особым уважением. В этом году в борьбу вступили школьники, прошли соревнования JuniorSkills. И я вижу по лицам ребят, всем это дело очень интересно. Эксперты говорят, что выполняются сзади на высоком уровне. 17 компетенций, 130 участников и потрясающие результаты. Специалисты отмечают, соревнования среди молодых профессионалов развивают у молодежи желание учиться и совершенствоваться. Победители наградили медалями, дипломами и памятными призами. Я решила, потому что это можно получить очень много опыта ценного в дальнейшей работе, улучшить свои профессиональные навыки. Мне просто это нравится. Я рада, что я участвовала, я увидела свои минусы и свои плюсы, где я могу что-то вот улучшить. Мне понравилось все вот это, еще больше опыта получила. Каждый год в Иванове открываются новые специальности среднего профессионального образования. В 2016-м, например, к списку добавилось целых 8. Параллельно с WorldSkills проходила традиционная региональная выставка «Ивановское образование 2017». Каждое учреждение здесь представило свои разработки и достижения. Особой популярностью у посетителей пользуется уголок робототехники. Перед вами робопаук. Он состоит из двух контроллеров, Bluetooth-адаптера, который принимает сигнал с моего телефона, и 12 сервомоторов. Я могу регулировать его скорость движения, направление и высоту. Победители регионального этапа конкурса «Молодые профессионалы» войдут в состав сборной команды Ивановской области для участия в 5-м национальном чемпионате. WorldSkills Russia 2017 пройдет в Краснодарском крае. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.